Этот развлекательный проект придумали в Сарове. Несколько лет сок-шоу было частью летней программы парка имени Зернова. В прошлом году проект взял гран-при первого отраслевого фестиваля игровых программ «Зато всем весело». Этим летом сок-шоу возвращается в родной город. Организаторы подготовили для зрителей несколько ведер различных напитков. Мы попробуем 20 вкусов, приготовим большой сокомикс и, естественно, решать, какие составляющие соки войдут в сокомикс, будут наши гости, зрители этой программы. А дальше горожане будут выбирать развлечения по настроению. Тех, кто захочет музыки и танцев, пригласят на мастер-класс по зумбе. Любителей интеллектуальных викторин будут ждать уютные кресла-мешки на поляне. Мы попробуем сыграть в большую компанейскую игру «Соображариум». Да, интеллектуальная игра, нужно будет быстро, здорово, задорно отвечать на предложенные задания наших координаторов и ведущих. Летняя программа парка продолжится ярким шоу под зажигательные танцевальные ритмы. Организаторы гарантируют море позитива и незабываемые впечатления. В 17:00 на танцевальной площадке мы ждем горожан на фестиваль красок и замечательную пенную дискотеку, которую мы пытаемся как бы провести в этом сезоне не один раз, но погода нам пока не позволяла. Я думаю, что в эту субботу нам должно обязательно повезти. Всех желающих принять участие в развлекательной программе ждут 27 июля на танцевальной площадке. Начало в 15:00 без возрастных ограничений. Елена Грицкова, Владимир Лесик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.